Он еще не знает, что мы будем. Я сказала, не будем говорить? А? Не будем говорить? Зачем? Ну, как бы это твое право. Не будем, так не будем. Типа мы только в оптину пустили это, да? Да. И все. Хрена ему это знать. Ну все, а то будет больше этих. И как? Хватает. Канает каждый день. Машка, мне кажется, ты этот... Нормально. Ну, ты не совсем попадаешь в слова. Так красиво. Сейчас я глаза закручу не очень хорошо. Это ненормально вообще сейчас. Данечка, привет. Нормально? Нормально. Нет, мы с Максимом не в отношениях. Вам не стыдно было встречаться с Колесником? Почему вы так говорите? Почему так говорите? Блин, а у вас на аватарке фотография. Вы в Кутузовской ривьере живете? Машулик. Добрый день. Ты как, Дань, в Калуге? Мамуль, ну расскажи чего-нибудь интересного. Чего? Чего-нибудь интересного расскажи. Кому? Ну, мне. Хорошо, тебе скажу. Мне, Машке. Не так все знаете. Песня крутая. Это песня из этого, из «Запаха клубники» сериал. Кто-то видел, наверное. Это мой любимый сериал, первый. Я не объясню, я скажу, я в прямом эфире. Он сейчас скажет, что это такое. Как просто пахнет лук. Лук? Да, я применю лук уже. Но это не наш. Ну, понятно. Наш уже отцвел. Понимаю, ничего. А почему мне смешно и стыдно в один момент? Давай, может быть, все хуже. Ничего себе, смотри, да. Обычно это были раньше жвачки, но сейчас это что-то... Ну, хорошие, нехорошие, я не знаю, я не понимаю.